Друзья, находимся в городе Таллин. Какая-то интересная улица с такими древними старыми плитами. Плиты, видать, очень старые. Разные сувениры, как обычно. Вообще весь этот центр состоит из вот таких сувенирных разных лавок, магазинчиков таких небольших. Пойдем в эту сторону. Холодновато здесь, конечно, в этом Таллине. Несмотря на то, что уже сейчас лето будет наступать. В принципе, последние дни весны. Все равно такого тепла тут нету. Вот русскоговорящих много в городе, разговаривают много, но все равно, если сравнивать, допустим, с Ригой, с Латвией, то здесь, в Эстонии, конечно, меньше говорят на русском языке. И вообще сказали, что те, кто родились после 85 года, уже на русском языке не понимают. И, в принципе, так оно и есть. Чего дела? Тут разные орешки, закидушки. Мы уже выходим, получается, из этого города. Очень много русских экскурсий здесь ходит по городу. Вот, спокойно можно к любой прибомбиться и ходить рядом, понимать, слушать вообще, что здесь происходило. Было дела, что пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию, похоже на связь.